Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это LG V60 SyncQ. И сейчас я покажу, как на этом устройстве выполнить первоначальную настройку системы. Итак, вначале нажимаете на верхнюю строку и выбираете язык системы, который будете использовать далее. После чего нажимаете на стрелочку. Выбираете, какой режим будете экрана использовать, без брови или с бровью. Нажимаете «Далее», «Пропуск». Можете подключиться к сети Wi-Fi сейчас, я же рекомендую этого вначале не делать и нажать «Пропустить». Далее. Спуститься вниз, нажать «Принять». Хотите, можете сразу установить пароль, я установлю графический ключ. Например, графический ключ, вот такой поставлю. Еще раз его нужно нарисовать и нажать «Подтвердить». Затем выбираете, если вы находитесь в одной из этих стран, тогда выбираете верхний пункт юридических документов. Если же вы не находитесь ни в одной из этих стран, тогда выбираете нижний пакет. Затем вы нажимаете на самую, получается, верхнюю кнопку. Я согласен со всеми. Но при этом можете отключить, конечно, какой-то там журнал активности. Так, это обязательно, видите? Короче, здесь есть обязательное, в скобочках написано, что обязательно, а есть необязательное. Все, что обязательно, принимайте, а все, что необязательно, не принимайте. Вот не могу понять. Ага, вот, я понял, все. Вот все, мы все приняли, нажимаем «Готово», и все. И теперь мы можем успешно пользоваться нашим устройством. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!